Ребят, мы растем колоссально быстро. Моя цель 300 тысяч подписчиков. Сейчас на канале уже 228 тысяч, поэтому если именно ты еще не подписан, обязательно подпишись. И то, что вы сейчас увидите, это нечто новое и необычное для меня. Глазами кота. Приятного просмотра. Ох, какой прекрасный сон. Мяу. Пришло время начать новый насыщенный день. Но прежде еще немножечко вздремну. Что? Сколько я спал? Хорошо, тогда пора начать новую насыщенную ночь. Но прежде еще немножечко вздремну. Фу, гребаные комки, за что мне все это? Ладно, я же кот, значит мне нужно вставать и поесть, чтобы не умереть с голода. О нет, миска пустая? Я умру! Господи, я не хочу такой мучительной смерти! Хотя у меня осталось 5 жизней после того, как меня сбила машина. И еще после того, как у меня случился сердечный приступ, увидев себя в отражении зеркала. Так, нужно вставать и есть. Я могу быть сонным, но точно не голодным. Господи, как же сложно быть кошкой. Мне нужно спать 25 часов в сутки, а в сутках только 24 часа. Что? Это возмутимо! Почему миска пустая? Раб? Раб человеческий, ты где? Барсик, ты проснулся, мой ты мальчик. Господи, почему меня прозвали таким позорным именем Барсик? Неужели не было больше имен? Ты самый красивый котик в мире, ну тю-тю. Рабыня, я голодный, я требую, чтобы ты меня накормила именно сейчас. Ой, ты, наверное, на кошачьем говоришь, как ты меня любишь. Черт возьми, это низшее существо ничего не понимает на кошачьем. Еда, дай мне еды. Ой, ты, наверное, хочешь кушать. Нет, идиотка, мне просто нравится пинать тарелку с едой, когда я рад тебя видеть. Понятное дело, что я голодный. Я голодный! Вот мой мальчик, наслаждайся. Серьезно? Опять сухой корм? Ты хоть его пробовала? Коты едят лазанью. Лазанью. Она что, не смотрела Гарфилда? Люблю тебя. Ненавижу тебя. Олег, пойдем, мы опаздываем. Подожди, поздоровайся с Барсичком. Привет, кот. Почему ты такой грубый с ним? Ты становишься с ним ласковым только тогда, когда снимаешь ТикТок. Ну а зачем еще коты? Тем более это наш единственный источник дохода. Окей, сами напросились. Вместо того, чтобы есть эти отходы, я лучше потрачу весь свой день на то, чтобы выбрасывать все их вещи без причины. Ха-ха. Мяу. О, до свидания. Мяу. А? Ваше место на полу, рабы. Ха-ха-ха. Мяу. Ой, ну тебя я прощаю, ведь ты мой далекий уродливый родственник. Нет, тоже иди на пол. Как можно вообще было родиться без шерсти? Фу, позор кошачьего рода. Ха-ха-ха. Вот телевизор! О, господи, какая же ты игривая! Какая же ты красивая! Я не знал, что концерт завтра! Вообще-то в пригласительных было написано «Воскресенье!» Ой, не успел, нет. Ох, успел! Ты что, снова смотрел вот это? Я не смотрел! Ну ты свинья! Да я реально не смотрел! Бесишь. Да, делитесь, рабы, выясняйте отношения! Ну а я пока сделаю пару упражнений. Теперь после тренировки я заслужил есть в 2 раза больше. Эй, рабы, пора меня кормить нормальной едой. А? Ну что, может быть, поиграем в полицейских? А я заложник или начальник? Эй, придурки, я хочу жрать нормальную еду. Называй меня начальницей. Эй, дебилы. А? Ладно, получайте. Влад, этот кот смотрит на нас. Да он все равно ничего не понимает. Забей, продолжай. Ну ладно. Не понимаю? Мне уже 4 года, я не такой тупой, как вы. Вот почему такая несправедливость? Когда я пытаюсь сделать то же самое с кошечками, я прихожу домой весь поцарапанный. Влад, я так не могу, мне неловко. А? Что? Он хочет меня выгнать из комнаты? Время включать милого котика. Такой милый. Но ты не сможешь этим манипулировать, пошел вон отсюда! Господи, эти рабы не уважают меня в моей собственной квартире. Все, я принял решение, я ухожу из дома. Они мне больше не нужны. Я сейчас выйду через окно, буду сражаться с бездомными кошками, чтобы выжить, как мои предки. На воле, где нет мебели, которую можно разодрать. Где нет чистого песка, где нет предметов, которые можно скидывать, где нет еды. Нет, если так подумать, то лучше я останусь дома. Барсик, прости меня, я знаю, что мы немного перегнули с тобой. Но у меня есть для тебя сюрприз. Ты собираешься накормить меня нормальной едой? Я знал, что ты мне верна, рабыня! Я знал это! Так, что здесь происходит? Барсик, мы сейчас тебя искупаем! Купать? Нет! Коты купаются языком! Отстаньте от меня! Какие же вы омерзительные твари! Вы меня изуродовали, еще этой штукой меня в ветер пускаете! Как только вы меня отпустите, я сразу выбегу в окно, вот увидите! Барсичек, а вот и наш подарок тебе! Лазанья? Самое что ни есть, настоящая лазанья! Мы тебя любим, наш котик! Ладно, так уж и быть. Я прощаю вас, рабы. Но прежде чем я отдам тебе лазанью, мы сделаем пару тиктоков. Живодеры! Ладно, прекрати ты уже. Оставь его в покое со своими тиктоками. Оставь в покое. Пусть отрабатывает разбитую статуэтку.
Ребят, спасибо большое всем за просмотр. И хочу ответить на самый главный вопрос. Где сериал про армию? Локация, в которой мы планируем снимать, это государственный объект, от которого мы ждем разрешения уже более 2 месяца. Поэтому до конца все зависит не только от нас. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку. Ну а я в свою очередь постараюсь снимать ролики про универ, да и различные истории как можно чаще. Не забывайте подписываться, ставить лайки, поддерживать. Всем хорошего настроения и пока!